Бега все не выжил, только я под поломанной телегой, просидев до конца дня. 5 годков тогда мне было, но на это несмотря. Помню, банда что творила, и лицо, и главаря. После страстного 3 дня голод одолел меня, и в каком-то городишке в чужой дом забрался я. Вдруг услышал стой, малец, и решил, что мне конец. Так меня встретил кузнец. Когда кузнец прослушал мой безрадостный рассказ, то сказал, что ему нужен подмастерье как раз. Я тогда еще не ведал, что кузнецом только днем, а в ночи дела лихие вытворяет с бандой он. Шли года, я подрастал, и не только сталь ковал, но и как владеть в бою и постепенно постигал. С кузнецом дело творя, постоянно помнил я лицо того главаря. Напасть решили мы на караван купцов, но нарвались на засаду подготовленных стрельцов. Много тогда порубали с каждой стороны голов. Груз мы все-таки забрали, но кузнец выжить не смог. Утром следующего дня банда выбрала меня. Теперь днем кую мечи, я в своей кузнице гребя. А когда приходит ночь, вижу я в себе точь-в-точь лицо. Да.